Всем привет! Сегодня я получила посылочку с Алиэкспресс. Вот такое вот колечко. Вот. И такие вот замечательные сережечки две. Просто отличные сережечки. Не знаю, как носиться будет, но сережки просто классные. Маленькие, блестящие. И колечко подходит. Шла посылочка где-то 2 недели. Ну, продавец первый раз ее отправил. Она где-то затерялась на почте. И я ему написала, что посылка не отслеживается. Он мне написал, что хочу ли я вернуть деньги или хочу снова посылку. Я написала, что хочу снова посылку. Он ее выслал, и через 2 недели она ко мне пришла. Вот такие вот замечательные сережки с колечком. Ну вот, всем пока.